обязательно сеть должна быть, иметь хозяина. Хозяин тот, у которого есть возможность контролировать, у которого есть возможность платить за то, чтобы и ремонт выполнялся. Должен быть штат, который контролирует это. Такая, ну, есть такая возможность у нашего коммунального предприятия. Оно для этого было создано. Следовательно, нам надо ему передавать. Как передавать? Это надо уже, чтобы исполнительный комитет определился. Я думаю, что такое решение мы будем принимать. Есть принципиальный вопрос о том, что дороги должны быть отремонтированы и сделаны. Капитальный ремонт, поточный. Здесь же вопрос не личного характера. Это не чье-то відведення мне в особисту там, земельную ділянку, або ларек якийсь, як... Або такое единство в среде податку на нерухомість. Тут не взаимодействие. Есть принципиальная позиция главы коммунального предприятия. Я не пойму позиции и ответственности. Есть асфальтовый завод, есть огромная база, есть техника. Просто коммунальное предприятие превращается в подрядчика, который обыкновенного подрядчика. 56 миллионов выделено. Их нужно осваивать, эти деньги, и приводить в дороги в надлежащий стан.